Добрый день, уважаемые зрители канала. Здесь мы каждый день рассказываем о судьбах звезд и обо всем, что происходит в мире российского шоу-бизнеса. Не забывайте подписываться, ведь каждый день появляются новости. Невозможно поверить, но сегодня пришла новость об уходе настоящей звезды советских и российских экранов. Очень тяжело видеть, как один за другим уходят артисты, которых знали и любили многие поколения россиян. Сначала мы простились с Валерием Гаркалиным, и для многих это стало невосполнимой утратой, ведь артистов вспоминают как одного из самых талантливых российских актеров. И вот, к сожалению, сегодня стало известно о том, что навсегда ушла советская и российская актриса Нина Русланова. Она широко известна ролями в кино и театре. Здесь такие проекты, как «Собачье сердце», «Завтра была война», «Афоня», «Кин-дза-дза», «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и множество других проектов. Сегодня вести о ее уходе подтвердили в гильдии актеров кино России. Причиной ухода стала продолжительная болезнь, которая была осложнена тем, что не так давно, буквально пару недель назад, артистка столкнулась с той самой короной. Мы приносим искренние соболезнования поклонникам и всем, кто любил артистку. Каждый день на этом канале говорим о звездах. Не забывайте подписываться и берегите себя.